Приветствую вас, я, пожалуй, поддержу коллегу и скажу, что все так, что действительно есть у вас, вероятно, сносен, и, соответственно, излишне вы концентрируйте свое внимание на проблеме секса, вот, что связано с вашей собственной оценкой себя, ну, вероятно, да, вот, что может быть связано с чем-то еще, ну, с какими-то еще моментами, конечно, конечно, вот, только эти моменты, их пока нет возможности идентифицировать, потому что слишком мало информации вы о себе предоставили, вот. Но я думаю, что все это, в принципе, можно будет рассмотреть, все это, в принципе, можно будет разобрать, и, соответственно, при желании, да, можно будет вам помочь, при вашем желании можно будет вам помочь. Вот, значит, что хочется сказать. Значит, во-первых, ну, почему-то вас эта тема волнует, да? Тема секса, почему-то она вас беспокоит, эта тема. Вот, то есть по какой-то причине вам очень важно, чтобы у вас, ну, к примеру, все получалось, да, вам очень важно, чтобы вы могли, вам очень важно реализовываться, значит, ну, в сексе. И я думаю, что вот на это вам нужно обратить внимание самое пристальное. Вот. Потому что это очень важный момент на самом деле, это очень важный момент. И в общем, нужно понять, что для вас, ну, какое значение для вас, грубо говоря, имеет секс. Вот, сам по себе, да? То есть, что он для вас значит, почему вы так на нем концентрируетесь и так далее. То есть, здесь, опять же, есть свои причины, вот. Как правило, это, значит, ну, это, как правило, реализация того, что вам нужно, как правило, это какие-то искажения в, значит, в собственном позиционировании себя, вот, то есть как-то вы себя позиционируете не так, ну и отношения с девочками вы, может быть, выстраиваете тоже, скажем так, не лучшим образом. То есть у вас не получилось, не получилось отношения там с одной девочкой, да, у вас там был неудачный опыт с другой девушкой, то есть тут как бы вот ваши жизненные приоритеты, да, они вызывают вопросы,
как вызывает вопросы и ваша реализованность, вот, то есть это все нуждается в корректировке. То есть нужно, чтобы вы с этим работали. Вот. Также вы боитесь ошибки, вы, возможно, хотите доставить наслаждение, ну, наслаждение, удовольствие, неважно, человеку, но не, собственно, себе, но не себе, вот, а удовольствие нужно как раз таки доставлять в первую очередь себе, и только потом уже другим. Вот, так что здесь, конечно, есть тоже нюансы, вот. Значит, существует еще проблема тревожности, то есть, ну, скажем так, да, излишняя тревожность ваших мыслей, которые, вероятно, тоже вам мешают, вот, это какие-то вот такие опасения, страхи, вот, может быть, есть что-то еще, о чем вы тут не написали, вот, то есть это, по сути, отсутствие, ну, отсутствие доверия, это отсутствие доверия, к сожалению, доверие себе, отсутствие доверия к себе и отсутствие доверия к, ну, другим людям. Вот. В данном случае можно говорить о, к примеру, об отсутствии доверия, там, например, девушку, ну, к девушке. Вот. Ну, допустим. В принципе, это все корректируется, в принципе, все это корректируется, все это раскрывается, все это прорабатывается, вот, то есть проблем с этим нет, но нужно работать, вот. Значит, нужно снимать именно, вот, как мне видится, да, сверхмотивацию. То есть, вот, пока что вы прям слишком сильно, ну, мотивированы на то, чтобы секс у вас все было хорошо, вот, и больше нужно концентрироваться на себе, вот. Ну, то есть, чтобы вы именно вот себе уделяли больше внимания, чтобы вы на себе концентрировали, как это не парадоксально, а не на другом человеке, то есть сексе нужно концентрироваться именно на себя, вот. А вот, в принципе, то, что можно сказать вот так вот на вскидку, да, потому что вы здесь описываете, ну, только вот такие частные вещи, да, то есть вот вы пишете, кажется, в моей голове что-то мешает всему этому процессу. Вот, мешают, к правилу, запреты, мешают, к правилу, голоса родителей, вот, возможно. То есть это такая, знаете, довольно частая, к сожалению, история, когда в детстве вас, ну, например, как-то вот претинговали, преследовали за то, что, ну, вот, вас интересует, там, секс в том или ином виде, вот,
И, соответственно, осталось ощущение, что вы делаете что-то не так, что-то не то, что-то неправильное и так далее. Вот, конечно, это не так, конечно, это стереотипы, но тем не менее. Ну, вот. Плюс еще ко всему есть мифы о сексе, которых вы, наверное, тоже придерживаетесь. То есть просто вот на вскидку скажите, что вы вообще знаете о сексе, да, секс это что? То есть, знаете, вы говорите о том, чтобы от секса получали удовольствие оба партнера. Вы об этом говорите прямо. Но на самом деле, да, я уже сказал, что от секса должны получать удовольствие в первую очередь, собственно, каждый человек там себе. То есть каждый человек говорит о том, как ему нравится, каждый человек делает то, что ему нравится. Вот. А вы, вероятно, свои желания как-то, ну, прессингуете. Может быть, есть еще какой-то, ну, какой-то момент, да, который не позволяет вам как-то, ну, посвободнее себя вести. Вот. То есть вот мифы о сексе, это то, о чем вам тоже нужно задуматься. А то есть именно поработать над этим. Чтобы вы, к примеру, не считали, что вот секс это прям что-то вот такое. И как подвиг. Вот. Вот так вот. То есть эта работа, как правило, вот в таких достаточно рядных направлениях. Вот. Конечно, при отсутствии медицинских, ну, показателей, да? То есть при отсутствии оснований полагать, что у вас, ну, есть какие-то физиологические причины. То есть сперва вам нужно проверить обязательно, вот, а после уже обращаться к психологу и смотреть. Но быть готовым к тому, что именно о сексе, да, как таковом, речь идти, если и будет, то вторым числом, а на первый план выходит, ну, на первый план будет выходить, значит, ваша тревожность, любовь к себе, вот, и так далее. То есть это все вот такие очень важные моменты, важные аспекты, на которые нужно обращать ваше внимание. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Я рекомендую вам не спешить, значит, с вступанием в сексуальные отношения. Вот, я рекомендую вам не стесняться того, что у вас может, ну, к примеру, что-то не получится. То есть я рекомендую вам принять свои особенности. Вот, принять то, что, ну, вот вы можете что-то, ну, у вас может что-то не получиться. Вот, я рекомендую вам принять данные моменты. И я рекомендую вам совершенно спокойно об этом рассказывать своей девушке, да, своей партнерше. Вот, то есть не скрывать этого от нее. Вот. Но вы увидите, что и она будет вести себя по-другому, и вы будете тоже чувствовать себя как-то вот поспокойнее,
будете чувствовать себя поувереннее, поуютнее. Вот. Не каждый человек может сразу вступать в сексуальные отношения, да? То есть может вступать тот, у кого либо навык и достаточно большой, либо тот, кто в общем думает о себе, да, то есть, ну, много думает о себе. Вот, если у вас ничего такого нет, а у вас, судя по всему, ничего такого нет, то, соответственно, навыков взяться неоткуда, и, в общем, по факту, да, ну, как бы, ничего не понимают. Вот, плюс это косвенно говорит о том, что вы ориентированы на других людей, а не на себя, да, больше не себя, вы, как я уже говорил, да, себя вы занижаете, вот, что, на мой взгляд, абсолютно не обоснованно вы это делаете, на мой взгляд, абсолютно не обоснованно вы так ведете, ну, вы такого мнения о себе абсолютно не обоснованно, вот, но опять же, переделать вас, да, то есть перевоспитывать вас, к примеру, сейчас абсолютно никакого нет смысла, потому что, ну, скорее всего, вы останетесь при своем мнении, вот. То есть мне кажется, что здесь гораздо более ну, продуктивно будет именно вот взаимодействие с какими-то косвенными моментами, да, вот, чтобы можно было вам помочь, показать, чтобы вы увидели сами, как, ну, как обстоят дела. Вот. То есть, мне кажется так. Вот, значит, на этом, в принципе, все. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам, если вы сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.